Проходить игру Ведьмак 2 Убийцы Королей. Итак, играем на нормальном уровне сложности. Народ, как там по голосу у меня нормально? А то в прошлом стриме мне сказали, что у меня голос фиговый. Ну, на самом деле, я прослушал, вроде бы нормально слышно. Давайте. Что значит решился ПВО? Это я решился. Офигенная игра. Ну, до того, как вышла третья часть. И стандарт, привет. Ну, все нормально, да? Ладно, давайте. Короче, на норме играем. Новая игра. Не, я могу, конечно, на сложном уровне, но это будет очень долго, очень сложно по-любому. А так-то... ПВО, привет. Обучение. Давайте не будем начинать обучение, потому что обучение какое-то такое мутное, по большому счету. Кстати, если кто не знал, во втором Ведьмаке присутствует такая фишка, как арена. Но это линейками мерится по поводу того, что кто кого там на арене угрохал. Смысла никакого нет. Итак, событие происходит спустя где-то 3-4 месяца после того, как после первой игры, я имею в виду, Геральт спас Фольтеста от Ведьмака. Ну, небольшой спойлер, от Ведьмака Школы Змеи. Тот на него покушался. Геральт его убил. Ну, если кто не знает, не видел, ну да. Вот как бы так оно и было. Ведьмак пожертвовал даже 10 тысячами аренов, чтобы убить этого ведьмака. Так что... Так, давайте. Или трудные? Голосуем. Нет, первого ведьмака уже... ПВО, первого ведьмака уже комрад Черно... Ой, блин. Не помню. Короче, комрад сегодня с утра стримил первого ведьмака, он начал его стримить. По-любому. Средний, да? Давайте средний, потому что, как бы... Я, кстати, на темном прошел, не вопрос. У меня все ачивки открыты. Играю, кстати, на Xbox 360. Это расширенное издание. То есть здесь включены все дополнения. Кстати, дополнения были абсолютно бесплатными. И глюков, которые были на начальном этапе на ПК, здесь не наблюдалось. Вот. Ну, ПВО, я надеюсь, что комрады выложат все это дело на канал YouTube. Ну, я имею в виду Опергеймера. Ты можешь посмотреть. Ну,
наш товарищ, он первый раз играл, он начал играть на легком. Ну, в принципе, я ему там подсказывал где-то около минут 40. Ну, давайте на среднем сложность игры будет сбалансирована. То есть нам понадобятся и все эликсиры, и все остальное. На трудном это трудно, на темном это вообще это просто полный таз. Да, не прошел первого Ведьмака. Ну, ты посмотришь. Комрады тут стримят первого Ведьмака, так что... Да ладно. Здесь, в принципе-то, ничего сложного. Ладно. Эротические сцены присутствуют, так что... Погнали. Это из книжки «Ведьмаки» или как-то там, ну, что-то такое, да? Да не посложнее. А вот «Монструм» или «Ведьмака» и «Писание». Кстати, я могу потише сделать. И, кстати, третий Ведьмак 1273 год. Ну, вернее, начало. Это сцена из первого Ведьмака. Это когда Геральт убежал от дикой охоты. Его нашли ведьмаки из Каэр Морхен. Но это ему кошмар снятся, по большому счету. Вот это поворот. Как скажет Дим Юрьевич. Ну, шестерочки, идите к папочке. Вот холера. Так, а 20 аренов к дядюшке. Гляди-ка, проснулся. Рехнулся? Не входи туда. Да брось, он скован, что мне сделается? Правда, мастер Геральт? Лёхи, весь звук идет на мои уши, бедные. Еще бросай. Чё? Кости не прокатились. Так я мухлюю? Ах ты, сука! Гляди, снова проснулся. Убийца-чудовищ, мать твою, обычный выродок! А я слышал, что ведьмаки получаются из сирот, которых маги ловят. Ну и потом это... А говорят, в полнолуние чародеи с ведьмаками сношаются. Вот и зенки у них блудливые. Хватит! Отцепите его и в комнату дознаний. Ты не умер? Меня так просто не убьешь. Так, народ, сразу голосуем, по какому пути пойдем. Путь Йорвит или путь Роше? Привет, привет. Полагаю, нас не представили.
Вернон Роше. Боюсь, не могу пожать тебе руки. И как я не подумал? Бьянка! Юра, это прикольный, конечно. Тогда мы с Бьянкой не переспим. Кстати, в английской версии она звучит сними как с него вес. Кандалы. И в польской тоже. Озвучки. Ну, я не такой экстремал, как Сева и Берс, так что польской озвучки не... польской озвучки не Геральт будет. Из Риви. Может, представишь нас? Нет нужды. Принеси нам выпить. Не сидеть же с пересохшей глоткой. Ваня, дело в том, что здесь одна игра, вернее, две игры по цене двух. То есть ты можешь пойти двумя путями. Ты расскажешь мне все, что помнишь о штурме и о том, что случилось в монастыре. А если я откажусь? Тогда придется тебя бить. Я командую специальным отрядом короля достаточно давно. У меня рука набита. Ты ведьмак. Выдержишь долго. Будем надеяться. В худшем случае ты вернешься в подземелье. А завтра Чен-Альфа-Рус, тебя публично выпотрошат, сдерут кожу и повесят. Просто так? Ни за что? За Тимерию. Почетно. С чего мне начинать? Ой, это был долгий день. Начни с самого важного. Так, дело в том, что как бы я и за два пути пройду. То есть я просто определяюсь, с какого начать-то, за Роше или за Юровита. То есть здесь вот начало-то ладно, это и, как бы первую главу-то мы пройдем по-любому, а вот во второй там могут быть какие-то сложности, и некоторые квесты мы не сможем выполнить. Ну, не знаю, нос начинал, не начинал. Итак... Ну что, посмотрим на обнаженные сиськи Трис Мерригольд, а? Погнали. Для начала скажу, что в бой идти мне совершенно не хотелось. Но что поделать? Отказать Фольтесту было невозможно. Ну, честно говоря, да, Беркут бы за Роше, потому что там можно было раздербанить все, что можно. Молчу. Внимательнее смотрите. Сейчас такие сцены будут. Мастер-ведьмак, вы спите? Его Величество, король Тимерии, Понтора, Махакама и Содана, сеньор-протектор Бругге, призывает мастера Геральта к себе. Передай сейчас буду. Я извиняюсь, что в такую рань, но король... Мы поняли. Удачного вам дня, госпожа, мастер-ведьмак. Нифига, на три спялится-то, а? Блин, прикол. Глупая война. А все так хорошо начиналось. Ну, милый. Короли не ведут глупых войн. Ультиматум, здравствуй. Вырубили лес. Грабят деревни. А скоро начнут убивать. И все потому, что Фольтест рассорился с любовницей из-за близнецов-бастардов. Скажешь, это не глупость? Дети незаконные, но в их жилах течет королевская кровь. А Лавалет и старый тимерский род. Этого достаточно, чтобы однажды они могли претендовать на трон. История знает такие случаи. Это ничего не меняет. Да-да.
Фольтест и остальные короли Севера, может, и не блещут интеллектом и хорошими манерами, но это короли, и других у нас нет. Ух, только поэтому я сейчас пойду к Фольтесту. Но когда замок возьмут, мы уедем. Тебе снова снилась дикая охота? Угу. Кстати, со времен первой игры Геральт еще не до конца восстановил свою память. Поэтому, ну, так скажем, не очень хорошо помнит, что происходило во время его отсутствия, но по прохождению игры он все это вспомнит. Здесь будут шикарные вставки, конечно, они такие нарисованные, но мне они обалденно нравится. Давайте узнаем что-нибудь про убийцу, который покушался на Фольтеста. Что с неудачливым убийцей, как вскрытие? Кошмар! Ты убил его месяц назад? Потом эти дилетанты, люди короля, пытались скрыть его сами. То, что мне привезли на телеге, трупом-то назвать сложно. Король хочет узнавать все из первых рук. Ты нашла что-нибудь? Лучше бы не находила. Мне не удалось установить его возраст. И он отлично видел в темноте. Его зрачки адаптировались к свету не хуже твоих. То есть убийца, который месяц назад прошел через все посты и едва не убил короля, был ведьмаком? Похоже на то. Я никому не говорила. Я понимаю, чем для тебя это может закончиться. Ты теперь защитник, телохранитель, королевский ведьмак. Только вот господская милость на пегой лошадке ездит. Так, ПВО. Дело в том, что да, я вот как бы сам решать не буду. Давайте вы там определитесь. Дело в том, что после первой главы я буду проходить так, как вы решите. Или по пути Йорвита, или по пути Роше. Ну, давайте озвучим, что по пути Йорвита. С Йорвитом интереснее. Там будет Золтан Хивай, у него будут шутки обалденные, все дела. Ну, при определенном условии там нам еще и эльфийка, извиняюсь за выражение, как бы предложит свои услуги. Но, если мы будем проходить за Роше, там... Йорвита тоже будет такой сайд-квест, типа... Как же достижение называется? По-моему, краповый берет. То есть это стелс. Нужно будет пробраться в королевский лагерь, да, и кое-что сделать. А если по пути Роше, то там при определенных условиях мы сможем замутить небольшую тришку с Вес, она же Бьянка, и так, народ, извиняюсь, это можно вырезать, переиметь всех местных девушек легкого поведения, которые находятся около лагеря короля Хенсельта. Ну, дело в том, что вот меня что возмутило в третьем Ведьмаке, я во втором очень сильно выбирал, как я пройду для того, чтобы в третьем Ведьмаке все было хорошо и прикольно, но не влияет абсолютно ни на что. То есть здесь вот как-то так. Но квесты будут совершенно различными, разные квесты будут. И это будет интересно, что за эту, что за ту, за эту сторону. По-любому не важно. То есть вы сначала решаете там за кого, за Йорвита, за Роше. Голосуйте. За Роше больше грязи. Да ладно, больше грязи. Пернатый, привет. Беркут, дело в том, что я ее проходил 6 раз. И проходил за разные там вот, ну, и за тех, и за других, по-разному там решал. Но фишка-то в том, что в третьем Ведьмаке это ничего не значит. Ну, я понимаю, ребята, сидя под Project Red, потому что, ну, вот, ну, нельзя предусмотреть все. Потому что вы там статистику, вот кто-нибудь там сидит в интернете, посмотрите, сколько там диалогов они нафигачили в третьем Ведьмаке. Это ж вообще мама не горюй.
месиво. Месиво будет больше за Йорвита. То есть защита этой старой Махакамской крепости. Там будет месиво поболее. И будет очень интересно, потому что если вы... так, спойлер. Ну, все уже знают этот спойлер. Если вы за Йорвита проходите, вы узнаете, что предводительница мятежников, так называемых Изаэдирна, Саския, а наша Сая Синтесис, она будет драконицей, дочкой Борха Тригалки. Это из книг. Она драконица. И ее там можно будет спасти. Давайте, выбирайте. Йорвит, короче, да? Йорвит. Так, давайте. Один разведчик видел дракона над рекой. Говорит, наткнулся на разъезд с Каэтаэль и уже приготовился умирать, но прилетел дракон. Эльфы пали ниц, и разведчик успел сбежать. Геральт, и ты этому веришь? Кстати, насколько я помню, ведьмаки не охотятся на драконов. Разве что-нибудь изменилось? Нет. И понятно, что никакого дракона здесь нет. Это Вилохвост, Ослиск или Виверна-Переросток. Думаю, во всей этой истории правда только то, что разведчик наткнулся на эльфов и удрал. Сократ, дело в том, что я не все рассказал, это просто наметки какие-то. Да, конечно, все известно. Да ладно, все ведьмака проходили. Кажется, это очень важный сон. Но могу вспомнить только, как бегу через лес и дикую охоту. Я просыпаюсь, пытаюсь удержать сон. Вдруг в нем есть какая-то подсказка. Какая-то зацепка, которая поможет вернуть мне память. Может быть. Сны обладают большой силой. Говорят, они могут изменить даже настоящее. Мало ли что говорят. Обычно на поверку все оказывается вздором. Поживем, увидим. Так, давайте не собачиться. Сократ, ты что там на Пернатова наезжаешь? Дело в том, что если по пути Йорвита мы хотя бы Сайсентесис сможем расколдовать. Но дело в том, что ее в третьей части не видно, так же как и Йорвита. И, народ, чисто мое мнение, надо было еще одно дополнение, хотя бы и платное, сделать для третьего ведьмака. Это Лес Бракелон. Это вот очень сильно с книжками связано. Это все. Ага, ты его подбадриваешь. Слушай, Беркут, Киберпанк еще будет хрен знает когда. Хотя там вся студия CD Projekt Red в пути лица работает над этим. Пойду. Пора заняться похотливым королем и его войной. Я скоро подойду. Так, ну Секис у нас с ней все равно будет. Я вам, ребят, покажу его. Это квест Роза памяти, как сейчас помню. У меня там 1200 просмотров. Правда, там поставил ограничение по, ну, для мелких идиотов, чтобы там родители не ругались. Так бы бабла мог бы заработать. Ну так, 1000 баксов. Не, Беркут, мы Секис все равно покажем. Нет, Сократ, мы даже не знаем, что там в Киберпанке происходит, так что не надо. Здесь отличная, камерная, хорошая игра. То есть это не открытый мир. Но по цене, которая... Так, стопы. По цене одной игры мы с вами получаем две игры, грубо говоря. Соответственно, да, конечно, это не Ведьмак 3, это какой у нас там год-то был, в каком они там, в 2012-2013 выпустили, да? Протест, привет. Но это было очень круто. Так, точнее, камень равно луны, это улучшение. Оно здесь нифига нет. Сейчас еще надо вспоминать, что к чему. Так, перчатки, дуплет специального отряда у него. Старые кожаные сапоги, но это мы скоро поменяем. Яд повешенного нам тоже здесь не нужен. Кошка, ласточка, чайка. Кстати, в третьей части чайки нет. По большому счету это неплохой эликсир.
ловушками никогда не пользовался. Это все тоже шляпа. По-любому. Давайте посмотрим. У нас практически 5 рун. Рецепты само, кошка, ласточка. Но все это мы можем сделать без участия всяких кузнецов, алхимиков и всякой остальной швали. И у нас первый левел. Итак, нет, сюжет вообще шикарный. Погнали. Мы слышим звуки. Вот посмотрите налево. Если кто не знает, это требушет называй, так называемый. То есть это осадное орудие, которое кидает или камни, или бревна, или горшки с зажигающей смесью в сторону замка. Это осадное орудие. Кстати, очень дорогое, но очень приветствуемое в средние века. Но это я так вам говорю. Ну, инвентарь, да, шляпа, конечно, я согласен. Но, в принципе-то... Так, давайте послушаем. Вот здесь вот интересно будет. Давайте. Команда смирно была, дубина. Откуда такой подвыпердыш? Я с потоков, господин сержант. Кузни у тебя потоки. Потоки говна. Так точно, господин сержант. Больно. Так, слушать всем. Сейчас мы пойдем в бой. Это не война, а одно удовольствие. Пока славное рыцарство будет класть головы на стенах, мы вступаем прямо в город. Но, милздарь, сержант, там ведь река. Именно поэтому мы с вами неделю вязали плоты и отнимали... изымали лодки у рыбаков. И на этих лодках мы переправимся к городу. Такой вот план составил для нас его величество король Фольтест. И что вы, подвыпердыши, на это скажете? Да здравствует король! А теперь шагом марш! Неплохо, да? Народ, здесь мата практически нет. Кроме... Вот я вам попытаюсь показать этот мат, когда мы попадем в подземелье замка Лавалет с Геральтом. Ну, игра, она достойная, по-любому. Графика, конечно, как не у третьего Ведьмака, но выглядит вообще просто прекрасно. И вот, смотрите, Рубайла из Кринфилда, карты из Гвинта как раз про них. То есть, вроде бы они застрельщики, но на самом деле, по книгам, эти ребята охотились на золотого дракона. То есть, вот, как-то так. Да-да. Добро пожаловать в доблестную 10-ю роту, да. Да ладно, без пшеков. У меня тут все по-русски, так что не надо. Давайте с этими рубайлами поговорим. Так, голосуем. Будем проходить квест святилище Мелитель или не будем? Здесь есть небольшие нюансы. Ну, кстати... Говорят, на самом севере живут дикари. Так они на битву вообще в чем мать родила выходят. А у тебя и порты есть, и амулет чародейский. Спорим, Лавалеты от тебя сами побегут, только пятки засверкают. Я просто знаю, что меня убьют. Вот дерьмо, не хочу наспро помирать. Мы Рубайлы из Кринфрида, у нас лентяйству места нет. Так ты с нами? Здесь видите перевод Кринфирда. На самом деле Кринфилла, да. Но давайте не будем этого мелкого, как бы, подзуживать на то, что он убьется. Поэтому... Ну, квест один можно пропустить. Давайте с ним поболтаем, будет интересный разговор. Мы знакомы? Старых друзей не признаешь? Не помню. Мы же Рубайлы из Кринфрида. Я потерял память. Ага, точно как Богольд после той охоты на золотого дракона. Так тот, как треснулся тыквой о камни, все только жрал и срал, жрал и срал. Даже баб не хотел. Мне кажется, это не амнезия. Я живодер. Этого зовут не щука, а это мелкий. Мы его ремеслу учим. Записались мы на войну, а то с чудищами последнее время нам не шибко везет. Так молодой Наспор вляпался в эту историю с закладом. Поможешь нам по старой дружбе? Конор, было между нами, конечно, всякое. Ну да и кто старый, помянет. Мы бы вас и так отпустили. И чародейку тоже. А чтобы насиловать,
Так это Богольд только припугнуть хотел. Ну, были действительно сволочами, по большому счету. Насиловать? Закрой пасть, нищука! Ведьмак ничего не помнит, так и нечего зря болтать. Мы старые приятели. Вы хотели изнасиловать старого приятеля? Только чародейку. Ты хотел убить дракона, чародейка хотела, селяне хотели, все хотели. А награда, известное дело, была одна. Так что мы немного поспорили, ну и драка вышла. Повязали мы вас, как кабанчиков, значит, тебя и чародейку, и пошли на дракона. А дракон так нам задницу надрал, что мы еще полгода в себя приходили. А вы сами там как-то развязались. А что за чародейка? Чернявая такая, как ее звали, нищука? Конфитюр? Дженнифер, что ли? Так поможешь старым друзьям? Дженнифер, блин. Не, ну по книжке дело в том, что как бы они действительно напали на Ведьмака и на Йеннифер. Ну, Йеннифер, ну, с ними ничего не сделала, но селян она заколдовала вообще непонятно во что. А Золотой Дракон, я не помню, как его там, на В как-то его зовут, но очень сложное имя. Ну, как бы его звали в человеческом обличье Борг Стрегалки, он как бы помог там разобраться со всем. Вот, как-то так. Йеннифер ходил на дракона исключительно потому, что и один из чародеев сказал, что если что-то там из дракона вынуть, из какого-то органа, то можно сделать так, что она родит ребенка. У Йеннифер вообще крыша поехала по поводу того, что надо родить ребенка. Ну, это бывает. Да я знаю, что его Борхтыгалки зовут. Вы там нагуглите, как его действительно зовут. Ну, зериканки там решали, да, там две зериканки. Кстати, в Зерикане поклоняются драконам, поэтому у него и были две охранницы зериканки. И, кстати, они неплохо там провели время. Геральт и Борхтыгалки с двумя зериканками в кабаке. Да, выпит, тьфу, блин. Как бы его прочитать? Ладно. И в какую историю вы ввязались на этот раз? Это вопрос жизни и кучи денег. Мелкий поспорил с одним рыцарем, что сходит на штурм только в рубахе и кальсонах и останется жив. Капельку мы тогда пропустили, я не спорю. Но заклад — это заклад, дело чести. Солдатская честь не хуже рыцарской, понимаю. Это ты в точку. Мы идем в первой волне, так что будет горячо. Мелкий парень храбрый, но без огонька. Так что, на всякий случай, раздобыли мы такое чудо, чтобы, значит, охраняло, потому как вещь сильно магическая. Может, ты глянешь опытным глазом? В чародействе-то ты всяко лучше нашего разбираешься. Ну, показывайте ваше чудо. Выпендритый мир, блин. Ну, короче, выперся через что? Медальон! Он двинулся! Он реагирует на магию. Значит, правду жрец говорил. Слышь, мелкий, теперь ты в безопасности. Обдерем рыцаря, как липку. Конечно. Народ, нагуглите, потому что я точно не помню, когда он нам книгу отдаст. Если я скажу, ваша правда, амулет ему поможет, то его прям просто задавят без доспехов. А давайте спросим, откуда у вас откуда амулет? Откуда у вас этот талисман? Ну, тут дело скользкое. Были мы вчера в патруле. Видим святилище. А там новенькие жрицы, смазливые такие, улыбаются. Зашли мы, значит, к этим жрицам и так напатрулировали, что ух! Поганцы. Ну и в этом святилище Богольд нашел амулет. Кто знает, что у него сейчас в башке творится, но проблески бывают. Эх, старый наш добрый Богольд. Он вообще силен, с одного удара любого положит. Так вот, забрали мы амулет и пошли навстречу остальным дозорным. А дальше сплошные дивы начались. Сначала нарвались мы на белок, особо грызучих. Стрелы повсюду летали, а в нас ни одна не попала. Кроме нас только трое на ногах остались. А тут дракон, эльфы на колени, а мы давай бог ноги. И тут уж мы точно поняли, что этот амулет магический. Он же не защитил святилище от вашего патруля. Это точно. Вот теперь сами не знаем, что и думать. Нет,
Я имею в виду народ. Пожалуй, амулет поможет. Амулет приносит несчастье. В нем есть магия, но не знаю какая. Амулет, по-моему, приносит несчастье, сказать. Давайте нагуглите. Тоже вот как бы квест во Флотзаме нужно. Сократ, я знаю, что во Флотзаме можно все это дело сделать. Я даже помню квест. Святилище Мелителли так называется. Ну давайте нагуглите, я пока подожду. Джонни 1500, привет. Да, вот значит несчастье, да, приносит. Они тогда амулет отдадут, да? Или как? А, ну потом отдаст, да? Правильно, и плюс еще книжку какую-то там загонят. И он нам еще поможет сбежать. Мальчишка помрет, я знаю. Ну, конечно, после штурма. Кто знает, может, этот амулет притягивает беды. Святилище, белки, дракон. А я ведь говорил. Ну, пошли за доспехами. Кстати, в оригинале белки звучат как Скай и Таэля. Надо отблагодарить, как полагается. Да у нас же ничего нет. Амулет отдайте. Может, примешь в дар этот самый амулет? Yes. Знаю, что он фуфлыжный, но может, купит его кто? Или сам его расколдуешь? Давай, спасибо. Он твой. Кстати, ведьмак, не завязал еще? Чудищ убиваешь? Убиваю, а что? Так ведь мы с той разведкой ходили, что дракона видала. Правда, никто не верит, но... Играют сбор, пора собираться. А с ведьмаком после битвы полялякаем. Подождите. Удачи! Ладно, фигачьте. Не, я вот сюда побежал исключительно для... десятка, что Бадас до утра не дотянет. Для того, чтобы... Вот здесь, болван, во второй ты видал, как части они как раз я его знаю, появилось. Живучий мужик. А ты записался добровольцем. У контрапупит. Здесь как раз вот как в третьем Ведьмаке тут разговоры появились. В первом там их не очень много было. Вот во второй части тут можно послушать. Вот послушайте, что говорят. Пьете? Вино! Чего? Глухой, что ли? Вино! Вот это да! Винище! Не радуйся раньше времени. Фольтес наливает перед самым штурмом, чтоб солдаты храбрее были. Короче, 100 грамм. Наркомовских. Говорят, на самом севере. Так, давайте. Да я знаю, что дойти до короля Фультоста. Хорошо пойдет. Сейчас тут еще кто-то занимается, и там можно поиграть в интересную игру Arm Racing и все дела. Ну да, это. Но это не. Конрад, это не советский дух, это дух Варшавского договора. Троцкого здесь нет. Давайте послушаем. Это не солдаты, а сборище голодранцев. Говно, а не войско. Если так и дальше пойдет, никто из вас с этой войны не вернется. Так, понятно. Так, здесь, по-моему, сидит этот... А, вот он. Ой, блин. Я и сдох. Вот это пипец. Прикиньте. Реализм. Ну то есть в костер вступил и все. Ну тролль из Новиграда. Тут тролль во Флотзаме вообще шикарный. Типа бухло мне, если не принесешь, я тебя грохну. В поисках убийц королей ведьмак прошел долгий путь. Чего? Во Флотзаме он убил. Вы что творите? Вы трон Тиме. Чего? Нахрена мне? Они мне уже концовку дают. Вот тварь, а. Чё, издеваетесь? Не, я... Я вообще не понимаю, что здесь... Загрузка. Ладно. Автосохранение... чего? Давайте сюда. В поисках убийц. Блин. Вы... Не, народ, похоже, придется с самого начала, блин, проходить. Что-то здесь какой-то бред полный, блин. Так, не надо мне эту концовку показывать.
Да, он уже все, которого мы знали. Так, давайте искать. От сохранения. Пришел дракон, убийца королей. Это средний. Вот этот, по-моему. Ну, что-то как-то это, да. На среднем уровне дохнуть вроде обновления не было. Ядрёнать, а? Ладно, народ, извините, пожалуйста, но вот как-то вот так получилось. Так, мы все здесь посмотрели, поэтому давайте к этим крубайлам. А у тебя и порты есть, и амулет. О. Привет, жирный. Мы знаком? Я... Мне... Пропускаем. Насил... Только... А что за... Говорит, насиловать? Только чародейку. Этот... Ну пока. Твой волк. Че я там? А, вот это. Откуда вы? И тут... Кто знает? Давай. Так ведь... Подождите. Так, ладно, если я сейчас еще раз напарюсь на огонь, это будет вообще... Супер фейл. Если все хорошо пойдет. Не, ну огонек там вообще шикарно горит. Здесь по-другому. Квентов применяется. Так, давайте посмотрим на настройки. Я уж не помню, как здесь. Квены применяются. Так, настройки геймпада. Обнажить движение, медальон, стальной серебряный. Угу, мощная атака, это я понял. Взаимодействие. И чё? Движение, медальон, это я понял. Обнажить оружие. Серебряный меч. Беркут, зачем ты Бэтмена смотрел? Ты сейчас, видимо, не в адеквате, по-любому. Так, мне быстро буду. Ну, вот здесь, видите, в отличие от третьего Ведьмака, здесь есть возможность запомнить цель. Потому что во втором Ведьмаке очень сильно всех раздражало, когда Ведьмак начинает атаковать одну цель, а потом начинает переключаться на другую, которая нафиг никому не нужна. Вот как-то так. Но я не вижу нифига. Где здесь, блин? Поставить этот. Ладно. Сейчас, сейчас. Да бери свой меч нахрен. Так, сейчас. Попробуем в огонь не попасть. Давайте с силачом поболтаем. Ты часом не желаешь помочь нашему делу? А что за дело? Мы тут устроили фонд помощи ветеранам. Фонд? И кто-нибудь на это уже купился? Тут никто никого не обманывает. Очень сложно здесь, кстати, на сила. Джойстике выиграть. Предлагаешь мне побороться? На мышаре, а почему нет? Гораздо легче. Скидываешься на кассу и пробуешь прижать мою лапу. Победишь, выиграешь твой. Если нет, извиняй. Все деньги уйдут в фонд ветеранов. Ну, а меряемся силой. Да не вопрос. Давай. Ну, один арену мы себе... мужем. Я вот не помню, каким стиком там фигачить. Ага, L, да? Короче, нужно держать его вот на... Ай, ёп! На середине! На середине, я сказал. Тихо. Чем дольше вы тут с ним боретесь, тем меньше вот эта вот полосочка становится. Ай-яй-яй-яй-яй! Ах ты, ёп! Перный театр. Тихо. Куда ты? Да ладно, можно и проиграть. Фонд-то растет. Ветераны будут благодарны. Офигенно как, причем. Не, ну на костер, блин, конечно, это просто. Здорово. Привет. Давно я не играл в кости. А давайте в кости сыграем. Такие вещи не забываются. Хочешь сыграть? Лёхи, ещё она не укуренная. Ну просто такой.
малые, большой палец левой руки качал. Вот в карты это, знаете, на самом деле как в покер играешь практически. Так, что у нас тут? Так, две двойки у нас, да? Так, а у него... У него тоже две двойки. Ну, блин, давайте перебросим. Пусть думает. Здесь как повезет. О, у нас тройка, двойка, у него. Я выиграл. А ты хорош. Деньги твои. Ну, по большому счету, в третьем Ведьмаке, конечно, игра в гвинт, это игра в игре. Она гораздо лучше. Хватит уже мечами тут махаться. Какие вас дисциплине научат? Рвань! Раз-два! Раз-два! Кончай халтурить! Настоящий сержант, да? Ладно, пойдем к Фольтесту. Сейчас штурм начнется. Если все хорошо пойдет. Сейчас. Еще до заката будет пить. Видите, каждый засранец нам будет говорить, что его Фольтес. Нас Фольтес ждет. Облачитесь в доспех праведников и затворите сердца от жалости. Боги направят руку вашу в час сражения и простится вам грех убийства. К бою! Джонни, ты имеешь не для всех или для всех? А, правильно, не для всех. Ну, по большому счету, очень интересно. Когда ты набираешь достаточное количество хороших карт, это вообще шикарно. Не, ну если бы сержант голосом Демилевича заговорил, как в том самом кубе, да? Замечательный день для битвы. Не бойся, твое превосходительство. Арбалетчики нас не достанут. Признаюсь, мой господин, что я не воин. Я предпочитаю скорее фехтовать пером и словом. Я выполняю роль посланца мира. Вздор! Ты эмиссар белого пламени, пляшущего на курганах врагов, императора Нильфгарда. Он железом и кровью захватил с дюжину королевств. Принеся им закон, культуру и прежде всего мир. Договорили, молодцы. Погнали. Не помню, как стрелять из этой аркбаллисты, ну ладно. Вот и ты наконец-то. Предатели уже смолу на стенах варят, а вы с королевской советницей все забавляетесь. Чем могу быть полезен, государь? Сейчас будет штурм. Я хочу, чтобы ты был со мной. За мной, господа! Не заставляйте предателей ждать! Мы же вне досягаемости. Это баллиста, твое превосходительство. Плечи усилены медными плитками, тетива из конского волоса. Болт летит даже на милю. Смертоносное оружие. И очень дорогое. Опытная прислуга стреляет до двух раз в минуту. Но и тут есть свои недостатки. Ваше Величество, извольте укрыться. Отдача от выстрела бывает настолько сильна, что разворачивает баллисту. Попасть дважды в одно место невозможно. Я не знал, что Ваше Величество разбирается в военной инженерии. Не разбираюсь. 2 года назад я подарил баллисты баронессе на день рождения. Ага, из которых она обстреливает сейчас. Государь, на самом деле. Что ты скажешь о людях, которые живут, несмотря на такие раны? А что вы скажете, государь, о солдатах, которые наносят такие раны? Те, кто это сделал, уже заплатили за все. Стив, к сожалению, мы по-польски не понимаем. Мастер Геральт, смею надеяться, у нас еще будет возможность поговорить, ну, по крайней когда мере, утихнет по битва. Увы, посол, я собираюсь покинуть королевский двор как можно быстрее. И отчего так? Позвольте узнать. Меня здесь часто принимают не за того. Как звать, солдат? Погоди-ка. Ты был со мной под Брянной и в Понтерской компании. Ха, Норман Садар, ты еще рядовой? Да, государь. Что-то мне судьба не улыбнулась. Ха, Норман Садар. За да, Стив Старк, привет тебе. Службу жалую тебе звание десятника. Пойдемте дальше, господа. Нечего тут стоять. Сократ, не надо быть таким нетолерантным, так скажем.
Стрелецкий десятник звучит неплохо. Это точно. Поляк просто зашел посмотреть на хорошую польскую игру. Она отличная. Просто замечательная. Ваше Величество, прошу простить мне смелость моего вопроса, но я вынужден его задать. Какая судьба ждет бастардов, когда... Это не бастарды! Это мои дети! Еще раз услышу бастард, кто-то об этом сильно пожалеет! Светлейший государь, прошу простить, однако же законы наследования подразумевают необычайно четкую процедуру. Вкусно законы! Надо будет, поменяю! И я не позволю бунтарям использовать моих детей как знамя! Ваше Величество, вы абсолютно правы. Адда умерла, и других детей у меня нет. Понимаю. Разговор окончен. Ты можешь вернуться в шатер. Минус консольной версии в том, что... Черные в моем лагере перед битвой. Куда мы катимся? Будь моя воля, отослал бы его в сморщенную башку императору Эмгеру. Но Трис Меригольд велела мне быть вежливым и терпеливым. Как по-твоему, у меня получилось? Итак, еще раз повторяюсь. Дело в том, что... О чем я бишь? Ну, по большому счету, пофиг, вспомню, скажу. Да я знаю, что первое надо выбрать. Какой МГР? МГР здесь вообще не будет. МГР появляется только в третьей части. И по большому счету он в книгах. И на самом деле это отец Цириллы. Его раньше звали Дани, Йош, я не знаю как. Это был сын свергнутого императора Нильфгарда. После того, как его жена Паветта погибла, он каким-то образом умудрился вернуться в Нильфгард и вернуть себе трон. Так что, если кто книжки не читал, нафиг. Как нельзя лучше. Я всегда знал, что ты свой парень. А что там люди болтают? Клал я на них. Они о Бадди. Да, Юш из Эренвальда. Разузнал что-нибудь о нашем убийце? Скажем правду. Трис сделала вскрытие. Он мог быть ведьмаком. Все надо вот было хозяин. Читать. Что я сделал ведьмакам? Знаешь еще что-нибудь? Знака школы при нем нет. Кочевник, да. Это ничего не значит. Многие на твоем месте утаили бы такие сведения. Пускай Трис мне обо всем расскажет после битвы. А сейчас займемся предателями. То есть дитя старшей крови. Куда бьете, мазилы? Солдат, трубу! Я не помню, то ли три там надо на... зафигачить, то ли еще. Что ж там делается? Ого, это же граф Эчеверия! Если держи, мы ведьмак. Этого графа Эчеверия не бьем убьем, потому, то с ним придется плюмажем. Драться. Полгода назад он клялся служить мне до конца жизни. Ну, давай. Как обычно. Насколько поднимать? В этих средневековых фишках бароны, они всегда были против короля. Так, по-моему, на три. Сюда куда-то. Попадем, не попадем? 1.5 градуса. А, не попали. Здесь, кстати, достижение есть, если его убить с первого раза. Не, похоже, убил. Попали в скотину. Готов. Одним предателем меньше. А теперь к бою. За мной, ведьмак. ПВО, дело не в этом. Если ты не читал книжек, ты не помнишь. Книжка под названием, блин, сейчас уже не вспомню. Дело в том, что когда Геральт и его команда пытались освободить Цири от мага Вильгефорса, там все погибли, окромя знаешь, ведьмак, Геральта. Я готов простить Луизу. Войска Эмгыры подошли к замку этого долбанного Вильгефорца. И Эмгыр, я уверен, ну, что Луиза поймет, так скажем, что попросил Йеннифер и Геральта совершить самоубийство. Что-то я потерял нить. Все просто. Он отпустил Цири. У нас с Луизой был небольшой разлад. Соответственно, она хотела принять того, чего я не мог. Ни Йеннифер, ни Геральт сюда. Себя сразу не убили. Такие, то есть он Цири отпустил. Благородные, сочувствующие. С
сказали, мол, злой король хочет отобрать детей, но мы их защитим, а при случае и на трон возведем. И баронесса подожди, позволила себя провести, как и любая другая. Там что-то там, блин. Эти только и думают, как бы ослабить корону и урвать привилегий. Ну, ребята, я точно не помню. Их там 7 основных. Не, 6 основных. 7-я это сезон Буль, по-моему. Или сезон Груз. Вот последнее, то, что пан Анжи Запковский написал. Но тоже шикарная книжка, просто пипец. Давайте послушаем. Беркут, нет, они у него просто, они у него купили права на использование персонажей, так что, ну, у меня сейчас что-то мозг отключился, блин. Чарку хлеба, чарку водки, мы прощелкали на службе. Блин, что-то там прогонь связанная. Ну, Владычица озера, да ладно, Владычица озера вообще не имеет никакого отношения. Помните, когда тот самый КГР, да, который из центра похитил Цири, потом вместе с ним, с Геральтом искал Цирилу, КГР. Ну, рыцарь молодой. Ну, посмотрите, нагуглите, блин. А то меня что-то это аж прям грызет. Я уж не знаю, блин. Что-то мозг открыл. Опа, нормально там попадают в осадную башню. Сейчас будет вообще разговор. Здравствуйте, солдаты! Да здравствуй, король! Король! Так куда мы, братцы, направляемся? Сезон Бури или сезон Гроз, не надо, Владычица озера, блин. Так держать! Посмотрите, предпоследняя, по-моему, или последняя книжка, как она называется, а, народ? Я сейчас просто не могу этого сделать, я вам за консолью сижу. Внимание! Мы почти пришли! Оружие готовь! Да, «Крещение огнем», точно. Кстати, одна из самых шикарных книжек. Так, вот, Геральт опять оказался. Идея с башней была просто великолепна. Она должна была сломить дух бунтовщиков. Толпа разодетых борчуков с помпой посетила штурм и пробежалась по стенам крепости. Только вот настоящая армия умирала на улицах под ними, по уши в крови и в дерьме. Если годы службы меня чему-то и научили, то только одному. Неважно, где ты, в бою или на балу. У тех, кто выше по праву рождения, всегда будут и лучшие места, и лучшее платье. Не нам менять этот мир, ведьмак. Рассказывай дальше. Если вы любите вселенную игры, да, ну, того же Mass Effect, я про Mass Effect могу очень много чего рассказать. Вот давайте, вот просто не гуглите, я считаю до 5, вот вы мне напишите, как на самом деле изначально из Mass Effect имя призрака. Когда он был еще человеком. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, не знаете, ребята. Нагуглите. А даже не гуглите, его звали Джек Харпер. Вот так вот. Так, ну, народ, дело в том, что это «Владычество озера» это не последняя книга. Сезон Гроз, сезон Буль, блин. Вот где Геральт был в Тусенте, по-моему. Вот на самом деле. Слушай, Тернвик, я не буду смотреть на эти ссылки, мне это нафиг не надо. Как? Ну что мне считать, Миссисипи 1, Миссисипи 2, Миссисипи 3? Так, давайте небольшой перерывчик сделаем, а пока послушаем хороший саундтрек из первой игры. Народ, если кто не знает, этот саундтрек называется «Белив». А я сейчас чуть-чуть хлебну водички, покурю, и мы с вами опять встретимся. Хорошо?
Так, все здесь. А на самом деле, давайте продолжим. Не знаю, Сократ, сезон Гросс, при чем есть сиквел? Сиквел здесь ни при чем. У меня такое ощущение, что вот ребята из CD Projekt Red, которые делали игру вот в первом масштабном дополнении под названием «Каменные сердца», они с этой стороны и подошли, потому что сезон Гросс, он достаточно нетривиален. То есть там такие повороты сюжета, что мам не горюй. То есть Дим Юрьевич бы лучше бы сказал, но я его цитировать не буду. По большому счету, вот если кто не смотрел вчерашний стрим Всеволода с Берсом, тот не поймет, ну кто не играл. То есть там поворот такой, что вот сидишь и ржешь, как поддорванный. Ну, по большому счету, очень хорошо. Итак, все собрались. Сейчас будет заруб. И одна пасхалка. Поначалу все шло гладко, пока мы не нарвались на Ариана Лавалета. Ну, ПВО, да, это музыка, кстати, называется Belief. Давайте посмотрим. Это начальный ролик, это круто. То есть пристыковались, да? Первый ряд рыцарей сразу погибнет под арбалетными бильтами. Остальные дорвутся. Ну, то есть это рыцари дерутся. Это не обычные ребята. Блин, надо бы еще вспомнить, как знаки включать ее. Не помню. Это не рыцари, это изменники! Вали всех! Вот это вот мне больше всего бесит, когда Геральт, блин, атакует вообще непонятно кого. Гнездо паразитов! Да вроде бы всех убили. Лорд Сексон, пробейтесь к центру и займите ворота. Отличный день для драки! Ваше Величество! Со мной, господа! За Тимерию! Сейчас половина там полежит. Сократ, лорд, нет, они... Вы, ваши люди, со мной! Надо достать Ариана Лавалета и сломить дух защитников крепости! Будет исполнено! Геральт, господа, со мной! Вперед! За славой! За баблом, лучше бы сказал. Вот, смотрите. Ребята там нормально окопались. Отступать к ядреной матери! Куда прете, как стадо баранов? Хорошо стоят, сукины дети! Если так и дальше пойдет, они перестреляют нас, как уток. Есть мысли, что делать? Баллиста нам поможет. Что делать, что делать? Снимать штаны и бегать. Баррикада. Убить защитников баллисты и изготовить ее к стрельбе. Ну, так, народ. Секунду. Дайте я посмотрю. Так, действительно, блин, Геральт... применяет. Вот кто-нибудь видит, блин, каким образом активируется? Я просто забыл. Так, РТ — это блок. Блок здесь, кстати, он не похож на блок в третьем Ведьмаке, поэтому самодействие. А, вот, используй знак, это Y, ё-моё. Ой, блин, как сложно. Так, бежим сюда. Это я помню. Так, уйди отсюда, животное. Так, у нас вот это вот знак нормальный. Так, сначала этих надо ухандукать. Геральт, прыгай уже. Богохульники! Квин.
то, что не достигли в первом, блин, во втором Ведьмаке, достигли в третьем. Дело в том, что Геральт здесь ведет себя как это самое, как... Ни шагу назад! Как вообще непонятно что, он на цель его надо наводить. То есть вот РТ зажать. О, блин, блок. Давайте вот этих вот что ли. Отфигачим, ребят. Богохульники! После третьего очень достаточно сложно играть во все это дело. По-моему, там еще наверху какой-то хрен стоит, да? Ах ты паскуда-то, а? Прошу прощения. Так, у нас тут есть чем подлечиться-то, а? Снаряжение, это понятно. Так, нет. Это у нас уровень. А, кстати, мы уровень не прокачали, да? Обращаю... Ну, капюшон мы потом сменим. Так, смотрите, для того, чтобы начать прокачивать магию, бой с мечами или алхимию. Кстати, алхимию никогда не прокачивал, здесь оно не катит во второй игре. Здесь нужно сначала прокачать основные параметры. Основной параметр, например, восстановление энергии, да? Так, и чё? И как. А уровень 1 у нас еще ничего нет, да? То есть, по крайней мере, 4 штуки, по-моему, нужно прокачать. Ну, не 5. Если я все правильно помню. Вот, потом нам откроются вот пути для развития вот, того, что нам нужно. Не, ну первый шикарная игра, конечно. Квен. Что у нас еще тут есть? Квен. Давайте арт. Ирик, давай артом. Ух, ни хрена себе. Тут не арт, тут просто ардище какой-то. И заметьте, у Геральта здоровье восстанавливается. Сейчас пойдем рубить всех. Рыно собрали у кого-то. Так, у этих что-нибудь валялся? Тоже арена. Там, по-моему, лучники должны быть. Это быстрый удар, вот это тяжелый удар. Сейчас, давайте, вот лучников тут. Че стоишь? Кого ждешь? На свидос. Не надо, не надо. Ебать, Лили! Здесь очень сложно, потому что я уже задолбался с этим управлением. Во-во-во. Сшибают, падла. Просто отманиваем их от баллисты и начинаем их фигачить. Это блок. Богохульники! Блок, кстати, выбивает их из равновесия по-любому. Ну, или отбивает удар. Но они могут нас убить. Вот скоты. Лилии это... Все равно это знак Темерия. То есть даже если они и отступники, они все равно за Лили сражаются. Алги, здравствуй. Я тут занимался вырубанием нечисти. В поисках убийц королей. Куда? Вот это вот меня просто... То были смутные времена же. И смутные времена. Так, сейчас придется загубить. Да ладно, вы что, издеваетесь? Загрузка. Давайте смотреть автосохранение. Так, убийца королей. Наверное, вот этот, да? Не, пришел дракон, не то. По воле короля. Нет, по воле короля, да? Блин. Короче, надо было все сохранения удалить, наверное. Здесь на Xbox, похоже, сбивается все, что можно. А, нет, музон тот же идет. А, ну здесь это все нормально. Гигни 100 паразитов!
Сейчас по-быстрому разберемся. Герой здесь прыгает сам по себе. То есть ничего не надо делать. То есть он после шикарного удара, он там все нормально делает. Лорд Сексон, пробейтесь к центру. Сначала Йорвит, а потом Роше. Отличный день для драки! Ваше Личество! Со мной, господа! Ну, за Тимерию! У Тимерии три лили на щитах, и так же, как Лорд у их Сван, супротивников. Вы, ваши люди, будет исполнен, Геральт! Давайте я пролистаю, потому что и так все понятно. Сейчас не освоюсь управление, просто вспомню. Просто вспомню, как все это делается. Боюсь, ты нам поможет. Куда это мы побежали? Фуль ты, суди отсюда, а? Сейчас бабло собирать бесполезно. Погнали. Сейчас на арт переключимся, чтобы забивать слаб сиволапых миринов. Давай прыгаем. Долой тиранов! Вот откуда взялись. И шагу назад! Блин, паскуды. Ни шагу назад! Ни шагу назад! Ни шагу назад, да. Оу, сколько вас здесь много? Вали, ведьмака! Воу-воу-воу! Уж меня действительно сейчас завалите. Вот гады, а. Так, Эрден, Игния, Квин. Я хотя бы, блин, защищусь чуть-чуть. Что такое? А кто не бежит-то? Кто не бежит, тот не пьет шампанского. Ну, народ, сами понимаете, это вам не третий ведьмак. Так что все нормально. Долой тиранов! Блин. Беркут, ты опять как дельфин, одним глазом будешь смотреть на стрим, а другим... Блин, сейчас опять начнется концовка. Да, вот, наконец-то. Загрузить последнюю сохранялку. Спасибо, спасибо. Давай, иди отдыхай. Пока. В поисках убийц королей... Да нет, да вы чё, издеваетесь? Сделаем очень просто. Очень просто сейчас сделаем. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо все это дело. Конечно, вы никогда его не увидите. Так. Сейчас загрузка. У нас убийцы королей. Так. Удаляем. Потому что меня это очень, не очень сильно забавляет. Так, по воле короля, ладно, встреча чародеев тоже. Видимо, что-то не так. Одно меня, ну, раздражает в третьей части, по большому счету, то, что на Xbox One очень мало слотов для сохранения, потому что хочется там и так пойти, и так пойти, и так пойти. Что? Не, он как пернатый будет смотреть. Легче, да заканчивай уже. В поисках убийц королей. Куда? Ведьмак прошел долгий трон. Кто бы... Я даже не знаю, что сказать.
Так, по воле короля, по-моему, да? Ваня, Азоханвей, да. Слотов там очень мало, на компе их гораздо больше. Ну, я стопудово думаю, что так оно и есть. Так, ладно, погнали опять наших городских. И гнездо паразитов! Лорд Секс. Так, если вы слышите звук дрели, лорд, это какой-то козел там, блин, фигней занимается, блин. Я даже не знаю, кто. Знал бы. Отступай! Поубивал бы. Баллиста нам поможет. Да, баллиста нам поможет. Кстати, заметили, там народу было гораздо больше около баллиста во второй раз, чем в первый. Фультес, иди стой там, за гранью. Ты что-нибудь собери. Не подходи! А не, короткий меч нам нафиг не нужен. Хорошо. Так, клавиши, по-моему, я кое-как освоил, да? Вали, ведьмака! Он, видите, переключается на кого-то. Блок. Да, блок работает на самом деле, но не очень сильно. Вали, и когда хреново туча народ набегает, это становится очень проблематично. Так, это рыцарь. Это необычный гад. Да сдохни уже. Паскуда. Нищагу назад! Еп, пернитет. У меня там лучники уже начинают обстреливать, поэтому это уже не Азоханвей. Сейчас у нас восстановится. И, кстати, Геральт может стрелы отбивать, если у него прокачано умение. Ну, точно так же, как в третьем ведьмаке. Вали, ведьмака! Валите. Попробуйте. Так, ладно. Бывает. Геральт Квен. Ну, во-первых, порах только Квен нужно и пользоваться, потому что здесь вон арбалетчики стоят. Богохульники! Он как-то очень медленно перекатывается, но это не важно. Сейчас восстановимся. У нас здесь все равно ни хрена нет, блин. Переступень коричневое. А, вот. Коричневое масло. Усиливаем меч. Это примерно как от отравления. Ну, яд повешенного примерно. Но это точильный камень. Масло от призраков, улучшение, руна, ля-ля-ля. Рецепт я понимаю, но где? А, так, это масло. А, во, ласточка. Вы, использовать. Че, я не могу ее использовать, что ли? Это вообще просто жизнь какая-то. А, во время медитации только можно принимать, да? Ну ладно, ждем. С блоком. Давайте сюда. Хомцемер. Промазали, да? Промазали. Ведьмака! Но они тоже адекватные, они арбалет откладывают в сторону и начинают выюживаться. Нет, выпить нельзя только во время медитации. Здесь это не первая игра.
Это в первой игре во время боя можно выпить, так же, как и в третьей. Здесь он только во время медитации принимает. То есть, если у вас какой-то шикарный бой состоится, вы должны помедитировать и принять все это дело на грудь. Здесь нет, так не получится. Сейчас здоровье восстановится. И энергия. Квен рулит. Ладно, Квен. Пошли фигачить, народ. Куда ты? Куда ты там заряжать-то собрался, а? Ладно. Приноси. О-о-о. Не, ну это стрелять не будет. Давай, 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 иди сюда. Ком цель на хманшишка. Долой тиранов! Долой тирана! Нет. Щитом чувак, он, конечно, крут. По-любому. Соответственно. Его просто сбивать надо. Снова. Есть. Вот это добивало. Вот мне во второй части очень сильно нравилось. Здесь добивание просто. Машин кэпчер, это круто. Согласитесь. То есть ведьмак здесь вообще просто рулит. Так, ладно. А, в третьей Димат, части. Лили! Кого лили? Здесь тоже мат есть, кстати. Слышали, что он сказал? Ну типа лилии. Все эти лилии. Фига. Ах ты. Не, этого гада нужно быстрыми ударами, по-моему. Он блок, кстати, не пробивает. Отлично. Нет, кто-то еще остался, похоже. Нет. Давайте посмотрим на пасхалку. Это Assassin's Creed. Давайте. Глянем. Они так и не поняли, в чем дело. Новая способность — наемные убийцы. Да я знаю, что пасхалка это и есть здесь. Так что здесь это не вопрос. Так, а... Не помню, как его заводить. А... Кутые! Ну, то есть, видимо, телега хреновая была. Так, взвели. Теперь надо отбиваться. Долой тирана! Арман, что ли? Долой тиранов! Не-не-не, ребят, вы чё, совсем оборзели? Ни шагу назад! Вот он задолбал уже мишень менять. Вот это меня очень сильно бесит. Просто у чувака, который... Иди сюда. Давай. Опа, ну все, где-то тринда тебе. Вот больших боссов именно Ирдена убивают. Ирден здесь, он такой интересный. Под выбранным, я так, я бы даже так сказал. Ну, по тем временам очень неплохой. Это начало второго Ведьмака. Какой нафиг конец? Ты чё? Самое начало — это штурм замка Лавалетов, мятежников против короля Фультоста.
там сейчас с другой стороны прибегут животные. Так, сейчас. Богохульники! Идите сюда. Богохульники! Ты, Геральт, ты чё? Не, ребята. Так, Ирдан, я имел в виду. Идите сюда. Сейчас будет весело. Богохульники! Не. Что-то с Ирданом не свезло, да? Квен только. А вот так приходится бегать в самом начале, пока ты ведьмака не прокачаешь. Так, вот тот рыцарь, он вообще, мать его. Прошу прощения за... Хотел свистнуть. Так, Ирдан. Энергии не хватает, вот мы бегаем от него. Ну, он тоже так, туповат. Ля-ля-ля. Опс. Богохульники! А, при чем здесь богохульники-то, а? Иди сюда. Кто тут богохульник-то? Богохульники! Вот все, никаких богохульников не осталось. Сейчас соберем, что здесь выпало-то. Так, еще там у кого-то что-то выпало. Геральт прыгает, как этот самый. Как инвалид, по-любому. А вот сейчас мы должны ворота там разрушить. Ну, я надеюсь. Хресь. На башню, парни! Все на башню! Боги с нами! Все в сад. Да я в курсе. Я знаю, как использовать. Вся толпа тут идиотов туда и ломанивается. Он пусть ломится, а мы тут это с трупов пособираем что-нибудь. Что здесь осталось-то? Есть что-нибудь? Вообще ничего. Ладно. Стопы. Ладно. Потом продадим. Деньги они, в Африке деньги. Геральт здесь как подорванный прыгает вообще между врагами, и очень сложно сконцентрировать его внимание на каком-то определенном враге. Поэтому нужно очень так трепетно к этому относиться. Так, вот, смотрите, вот, стоит тут. Чё ты тут заряжаешься, а? Козлёнок. Сверху там, по-моему, стоят. Вы фольтеста. Упс. Куда вы погнали? За королем бегите, идиоты. Блин, латники вообще тупые. Ужас. Ну это практически, да, это воин, которого ты контролировать абсолютно не можешь. Ну то есть нужно... на башне, кому вина по гроб жизни хватит. За Тимерию, парни. Да, тогда ведьмак сопьется просто. Хорошая смерть. Да грохните его уже. Двери, крушите двери. Эй, с топорами, руби все в щепки. Ух.
Там рыцарюга стоит. Такой какой-то забавный. А ломиться как бы не стоит, по-моему. А, кстати, их рубил серебряным мечом. Так, погодите, а бомбочек у нас еще нет, да? А рыцарь-то к нам рвется. Зря рвется. У нас все нормально. Да, Герат? У нас все в норме. Завалили. Поговорить. Да не с кем здесь говорить-то. А, так, для того, чтобы услышать хорошую фразу, рюкзаке серебряное кольцо. Да я понял, что там можно усилить что-то. Ну и что? Что здесь усилить-то? Давайте усилим. Все равно продадим. Для того, чтобы услышать хорошую фразу от Геральта, нужно сохранить жизнь Лавалету. Ну и потом не помешает, кстати, в третьей части вот то, что я единственное посмотрел. Сейчас покажу окно инвентаря, погодите. Ни хреново. Отступитесь! Мы вас перебьем, как бешеных собак! Ариан Лавалет, с этим будет нелегко. Сдавайся, Ариан, я буду обращаться с тобой по чести. Ты задолбал, твое величество! Засыпай их стрелами! Вперед, ребята! За Тимерию! Они отлично защищены. Есть предложение? Попробую сам туда залезть. Если лучники меня прикроют, должно получиться. Это сын Луизы из старого барона, владетель этих земель. Вспыльчивый и с мечом управляется хорошо. Будь осторожен. Попробую его образумить. Прикрывать ведьмака! Ну, просто, блин, перекатами хреначим, блин. И все. А теперь фигачим этих мелких. Мама! Мама! Мама, папа, блин. Да пофиг здесь. Так, стоп. А, блин, сшиб, да? Ладно. Лети, птичка! Красиво, да? Смерть тирану! Смерть Фойнтесту! Вот мне добивалого этих не хватает в третьем Ведьмаке. На самом деле у него там добивание просто шикарное. То есть как они были, как они есть. Так, ну давайте уломаем Лавалета для того, чтобы он сдался. Потому что без этого мы не услышим оригинальное слово Геральта, когда они в блудняк попадут. Блин, Геральт, ну заканчивай уже. Лезь. Не будем. Значит, в чем он виноват? Там бароны подзуживали, на самом деле. И тем более Фультаст, он своих детей считает незаконно рожденными, а как нормальными. Сейчас уговорим. Ломаем. Славный Геральт из Ривии. Низко же ты пал, ведьмак. Говорят, будто ты один из лучших фехтовальщиков Севера. Вот и проверим. Хватит смертей. Сдавайся, и Фольтест отнесется к тебе по законам чести. А где гарантии, что он не перережет всех? Нет никаких гарантий. Фольтест опозорил мою мать. А теперь еще с нильфгаардцами икшается. У короля целая армия, у тебя горстка храбрецов и твоя честь. Через минуту ты потеряешь их. Выбирай. Слышали, парни? Король прислал к нам ведьмака.
хочет, чтобы мы сдались. Чтобы мы забыли, что такое честь и гордость. Предлагает выбрать, жить нам в позоре или умереть от ведьмачьего меча. Вы хотите такой жизни? Хотите гнуть шеи перед Фольтостом? Никогда! Ты Финс, слышал, это вообще ведьма? Козлера. Они не хотят. Сложи оружие, парень, это не игра. Не губи людей. Сдавайтесь, и король будет милостив. Хватит с моей матери королевских милостей! И что ты собираешься делать? Бросишься на меч или убежишь? Он сделал из нее потаскуху, а потом отрекся от нее перед всем королевством! Это правда. Только резня или геройство этого не изменят. Теперь бросайте оружие. Если с моей матерью что-нибудь случится, я найду и убью тебя! Сдаются. Ариан Лавалет сложил оружие. Надо же. Ты говорил с ним? Пару минут, перед тем, как его забрали в камеру пыток. Изменникам у нас нелегко приходится. Рассказывай. Так. Кстати, а что с драконом? Развалил пол замка, перебил кучу войска и смылся. Куда? Куда-то в сторону Аэдирна. Сократ, он не нас знаю. Всех едва не сжег. Или Дани. Так, сколько у нас там минут осталось? Немного. Ариан Лавалет сдал замок! Открывайте! И что, он жив? Да жив, жив! Я не мстительный! Открывайте! Если покаетесь, я вас помилую! Это надолго. Похоже на то. Мои чары не помогут. Основные силы уже переправляются, они будут в городе раньше нас. Пойдем в шатер. В лагере сейчас пусто, уютно. Войны мне на сегодня хватит. Заманчивое предложение. О, смотри, особый отряд короля. Это ему Фольтоста. Да нормальный мужик. Покажите его! Замороченный, правда. Ты мне не веришь, пес? Ингар, я имею в виду. Открывай сейчас же! Бум. Амон сделал свое дело. Не, пикап-мастер это из третьей части, этот, Витальд. Ульгерт. А, не Ульгерт, а этот. Как... Государь. Вернан Роше. Докладывай, Роше. В городе продолжаются уличные бои. Большая часть наших войск переправилась на плотах и рыбацких лодках и вошла в город. Жгут, насилуют, грабят. Лавалеты еще держатся во имя Монастыря. Насилуют, грабят, все нормально. Удалось взять живой. Сейчас в безопасности. Я надеюсь, вы с ней ничего не сделали? Как приказывали, она прекрасна, как всегда. Только вот детей при ней не было. Известно, где они. Дети в монастыре, ловушка. Но данных разведки пока нет. Внутри здесь тоже неплохо. Через мост! Закрыть короля! Это уже не спойлер, это Science Synthesis. Она же Саския. Дочка Борха Трегалки. Прячься! Дракон! В укрытие! Берегите короля! Под крышу! Квен. Два пальца бы отдал за тяжелый арбалет. А ведь и правда, дракон.
Блин, у нас здоровья нахрен не хватит. Сейчас, секунду. Да, это скотина, спали тебе армию, блин. А мне бы еще что-нибудь на грудь принять. Блин, сплошное масло от призраков. А, нет, подожди. Ласточка. Использовать. Блять, как ее использовать? Как я могу ее использовать? Я что-то забыл уже. Принимать. А, ну да, медитацию. Какая там нахрен медитация? Да никак. Никак. Драться. Бежать от них надо. Бегать надо. Нужно добраться до города. Там у нас будет больше шансов. Да, правда. У нас вот эти уроды, блин. Да здесь дело-то не в этом. Здесь медитацию нельзя принять. Абсолютно никак. Медитация никакой. Какая-то медитация. Не дай бог сейчас опять начнет концов показывать. Я тут с ума сойду. В поисках. Не, народ, вы прикиньте. Какого? Так, загрузка. Так, убийца королей это не то. Так, удалить. Вот это вот. Я так думаю. Ну, я надеюсь. Что-то здесь не так. В шведском королевстве. Да. Прячься! Дракон! В укрытие! Берегите короля! Давайте сюда подбежим. Два пальца бы отдал за тяжелый арбалет. Это правда, дракон. Настоящий. Да, настоящий. Главное, чтобы он их палил. Заколдуй его как-нибудь. Ты задолбал, падла. Может. Или может Геральта спалить. Прячься! Дракон! Да в укрытие! Бежать от них надо. Геральт не дерется с драконами и не убивает их. Вы в курсе, да? Геральт не убивает драконов. Ну? Только Геральт. Что ты мне предлагаешь? Прыгнуть на него с мечом? Понятия не имею. Кстати, у нас тут это... Level up получился, да? Так, level up. И у нас там level up. Так, два таланта. Значит, восстановление энергии. Здесь можно по одному. Так, закалка. Здоровье плюс 10. Или же метание ножей. Нет, ножи нахрен не надо. А, нет, у меня только один, да? Уровень был. Ладно. Давай этих рубить. Главное зарубить солдат. Все остальное похрен. Там от дракона спрячемся как-нибудь. Бьем тяжелыми ударами, потому что здесь пока не прокачан Геральт, он тяжелыми ударами выносит всех. Упс. А дракон всех остальных. Видите? Норм. Ух ты! Паскуда, сдохни. Башню! Башню, башню, башню. Башню! Все назад! Я открою ворота! Я открою ворота! Все в сад! Быстро! Какой темный уровень? Ты что, издеваешься? Я долго не выдержу! Зовите арбалетчиков! Темный уровень я прошел уже. Я по-любому. Вытащить... Не смогу! Трест телепортировался. Мост горит! Быстро сюда! Валим отсюда нахрен. Блин, уроды, вперед бегите, а! Баллиста выстрелит. Мемс. Ну то есть тупо валим. Гребаный дракон едва не похерил всю войну. Наверное, его спугнули звуки битвы. Хватит уже о драконе. Расскажи, как все закончилось. С того момента, как рухнул мост,
Ты почти все время был со мной. Почти. Сократ, она под действием магических... Расскажи, как ты оказался во дворе монастыря. Филипп и Ш... это самое, Филипп и Шава. Так что это... Она бы такое не сделала. Сократ, она хорошо, что дерзкая, а не резкая, как понос. А то бы не выжили бы. А говорили, под стены не подойдем. Полдня, и город взят. Доложить обстановку. Бои за замок продолжаются. Группа мятежников забаррикадировалась в святилище. Что с моими детьми? Видимо, тоже внутри. Фен прижал жреца. Тот сказал что-то о ходе под стенами. Таран будет разве что через неделю. Попробовать топорами? Долго. Да делать нечего. Этот жрец... Что с ним? Какой проход? Потерял сознание, пока я его раскручивал. Он сейчас под стражей внизу. Займись им, капитан. Так точно. Силас, бери двери на себя. Фен, за мной. Ведьмак. Государь. Есть задание как раз по тебе. Вернон умеет убеждать, но иногда бывает слишком горяч. Попробуй своими силами поискать другой путь. Если убедишь их сдаться, тебе вся Вызима позавидует. Может, Роше вытянет что-нибудь из этого жреца? Город большой. Чтобы найти детей, нужны хоть какие-то зацепки. Я рассчитываю на него, но время не ждет. Осмотрись вокруг. Тут может быть тоннель, какой-нибудь подкоп. Поищи его. Мои люди тебе в таких делах не чета. Солдаты Лавалетов ничего не сделают детям баронессы. Я не успокоюсь, пока их не увижу. Надо действовать быстро. Бунтовщики сами загнали себя в западню. Я не хочу ждать, пока они догадаются, что детей можно использовать как заложников. Сократ, да, если пойдем за Ирода, то мы сможем Саскию расколдовать. Но в третьей части мы этого не увидим, к сожалению. Я пошел. Я рассчитываю на тебя. Где топоры? Шевелитесь! Где топоры? Привыкли руки к топору. Так, народ, давайте на этом заканчивать, потому что скоро следующий комрад выйдет на стрим. Мы с вами только начали игру Ведьмак 2 Убийцы Королей. Но, по-моему, неплохо получилось, только очень сильно раздражало безобразие с концовкой, которую я последний раз прошел. Почему-то она постоянно включалась, не знаю почему. Но это, видимо, глюк консольной версии. Итак, это был канал Опергеймер. С вами был Камрад Гараныч. Всем спасибо, что были с нами. Всем спасибо за комментарии. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. Всем счастливо. Пока.